Когда началось в 1230-х годах татаро-монгольское или славяно-монгольское нашествие на Русь, соответственно, Русь представляла из себя моноэтническое такое финно-угорское государство, где десятки народностей были объединены. Вот. В Киеве, например, в то время жили треть населения была угорская, треть евреев, извините за выражение этих хазарских, треть мусульман. А русские где? Булгар. А у русских это угры. Вот. Соответственно, 300 лет, нам вот, я вот принимаю сейчас участие, меня регулярно на РТВ зовут сниматься в всяких передачах глупых. Вот. Я с удовольствием соглашаюсь, потому что все равно как надо светиться. Но у них есть серия передач по истории, куда меня вообще на пушечный выстрел не приглашают, потому что они все рассказывают, вот мы там славяне, так сказать, мы туда все, мы арии, мы 5-10, не было никакого ига, не было никаких там этих самых сражений куликовских и прочее, Ну, короче говоря, смысл такой, что они все говорят, смотрите, генетически мы все славяне, все везде славяне. Какие монголы? Не было никаких монголов. Так и эти в Италии, да, римляне, никаких римлян нет, а почему-то вот эти европейцы, немцы. Вот они есть римляне, и славяне эти, есть монголы. Ну, надо понимать, что это наша история, и ничего с этим не сделаешь. Как это произошло? Почему у нас столько народу появилось? И почему восточные славяне просто ненавидят западных славян? Знаете, потому что западные славяне, они на 700 лет раньше пришли, и геофизические условия, и местные женщины сделали их, в общем-то, такими европейской внешностью. Хотя я еще раз скажу, что в Европе нет такого понятия «европеец». Там кавказская раса называется. Вот они все знают, вот они с Кавказа, вот отсюда. Вот у них европейцы – это кавказская раса. Соответственно, с 1200-х годов, 300 лет, куча ежегодно приходили дать собирать. Да, войско идет, ну что делают? Жужжане, уйгуры, таджики, киргизы и пуштуны и прочее. Ну что, всех подряд насилуют. Достаточно посмотреть так небольшой взгляд на эту историю. Рублев кто не смотрел в кино. Да все смотрели. Вот. Соответственно, ужас творился. Вот. По всем хроникам западным написано, что Русь была откинута на сотни лет назад. Это черная история. Почему наши выступают, когда советские войска освобождали Германию и женщин насиловали? Продолжение этой традиции? Ну, работа такая. Всех солдаты, они же не могут без любви и ласки. Год, когда ты в походе, надо же как-то. Так вот. И говорить о том, что это, ну, просто ну, это обычаи были везде, и ничего с этим не сделаешь. И что получается? Что в хрониках наших, про это наши тоже не любят говорить, написано вообще слово русское «изгой». Да? Это люди, которые изгонялись из социума. И в истории написано, там, смотришь, в летописях написано, вот такой-то, например, там его называли там Тудор, там «изгой», или там Иван «изгой». Их вытесняли из финно-угорской Руси, с севера, их вытесняли в дикую степь, этих рожденных людей, бастардов, да, или незаконно рожденных от насилия. И вот они оседали в дикой степи, вот это желтеньким цветом у меня здесь обозначено, вот это половецкая степь. Ну, то есть все волости, где наибольшее количество русского населения, да, это начиная с Донбасса, Любивого, где сейчас все воюют, да, там тоже пусто было, там никто не жил, никаких там булгар даже не было. Печенеги бывали, там проедут раз там в год, наверное, пронесутся, там тушканчиков постреляют, чтобы сдать там оброк. Вот. И никто там не жил. И постепенно, соответственно, Донецк, в одном смысле вот это Донбасс, Курская область, Орловская, Воронежская, Рязанская, Тамбовская и все это южнее, вот до сюда, до Кубани, вот как бы заселялось всеми, вот, так сказать, изгоями. А, соответственно, у них не было, ну, ими никто не руководил, там общины появлялись. Вот читаешь, допустим, даже 18-19 века сообщений,
о людях, что они вытворяли, так сказать, в деревнях. То есть у них 200-300 слов словарный запас был. Исходная религия саянцев – шаманизм. Ну, у нас шаманизм до сих пор живет, или атеизм, да? То есть дают только себе крестить во время, там, в юности, и иногда похоронить, так сказать, по христианским обрядам. Thank you.